Всем привет, с вами StriffPro, и сегодня я покажу мод на джетпак для Майнкрафта Police Edition. После установки этого мода в вашем городе появляется настоящий джетпак, на котором вы сможете полетать даже в режиме выживания. Ну что ж, друзья, джетпак у нас выглядит вот так, но с передачей с этим модом у нас также добавляется Ender Glass, который вы можете просто покидать. Ну, друзья, чтобы активировать джетпак, вам понадобится одеть его на свое тело, после чего давайте переключимся на третий вид лица. Ну и выглядит сзади у нас вот так, очень классная текстура, но, к сожалению, она не в 3D. Ну, все же хотя бы что-то, друзья, извиняюсь за такие баги моего телефона, но давайте переключимся обратно на первое лицо. Так. Так, что-то Майнкрафт стал очень сильно лагать, друзья, но, как видите, мы потихонечку взлетаем, и внизу у нас появляются вот такие эффекты джетпака. Я не знаю почему, но с этим модом почему-то Майнкрафт очень-очень сильно лагает, друзья. Да, очень классный эффект, и так потихонечку мы можем взлетать даже в режиме выживания, друзья. Но для крафта этого джетпака вам понадобится несколько слитков железа и новую штучку, друзья, которую вы можете также скрафтить железо. И очень-очень классный мод. Даже во время использования джетпака вы можете целиться в свою жертву. Тем самым вы можете ее даже убить. Например, сейчас мы убили, друзья, коровку. Да, мы и вправду убили во время полета нашу коровку. Но минус этого мода заключается в том, что в креативе пропадает весь наш полет. Да, друзья, это очень большой минус. Ну и как видите, со временем наш джетпак все-таки изнашивается. И со временем он полностью сломается и просто как броня исчезнет. К сожалению, это так. И вы знаете, вы его не сможете, друзья. Вот такая печалька у нас здесь в этом моде. Но все же это какая-то реалистичность, друзья. Но, к сожалению, также этот джетпак вы не сможете найти в креативе. Для этого вам придется скачать сторонние программы, такие как, например, Toolbox'а, ну и другие разные программы. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.